Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветай, яблони и груши, поплыви туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Пространстве в обратную сторону, да, вы знаете, что «Катюша» — это песня, которая была посвящена вот тому же событию, которому посвящена песня «Три танкиста». Это пограничный конфликт на Дальнем Востоке, это было еще до войны. И сейчас мы с вами еще дальше двигаемся. Мы сейчас с вами попадаем в гражданскую войну. Эта эпоха вообще романтизирована в нашем сознании изрядно. Поэтому даже, может быть, мы не столько вспоминаем о событиях реальных, да, которые были в то тяжелое время, а о каком-то своем пионерском комсомольском детстве. И вот сейчас, символизировать наш пионерский лагерь. Детство, да. Наш лагерь будет пионерка Лидия Чебоксарова. Я была солисткой, естественно, всех хоров детских, во всех пионерских лагерях. А что? Ко всему на запад, ей в другую сторону уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, оставались. Самый заслуженный строитель России Сергей Анатольевич Петровский. Значит, и он пришел наслаждаться жизнью, а тут выяснилось, что надо петь. Сережа, приготовься, мы сейчас бабахнем. Следующее произведение «Там вдали, за рекой». Я слышу, многим нравится эта песня. Ее в текстах нет, но я надеюсь на вашу просто генетическую помощь. Любви бойцов из
возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи. Ты конек вороной, берегай, дорогой, что я честно погиб за рабочий. Ты конек вороной, берегай, дорогой, что я честно погиб. Жанра наиболее ярко, остро, потому что он там был, все видел своими глазами. И еще потому, что он поэт, и он существует как бы вне эпохи. Все его песни, они не о конкретных исторических событиях, а вообще о человечестве его и о человеке. Как помнится прежние
Сейчас надо еще изображать оркестр, поскольку Исаак Шварц писал музыку для симфонического оркестра. Скрипки есть в зале? Скрипки, пожалуйста, присоединяйтесь. А теперь виолончели. Деревянные чугуны
значит нам грядущим лет не обещать деревьи юной. Но вечной на земле не обещайте деревьи юной. Вне времени, вне эпохи, вне места. Вы сейчас все. Песенка о старом, усталом, больном короле, который отправился завоевывать чужую страну. И что из этого? В поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки и в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь. Сказала ему, обласкав его взор лучистый: получше в день, а не то прослывешь пацифистом. И пряников сладких отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король: не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врагами побьем, исповедник прием, и ура! Но вот отгремело прощальных речей торжество. Походит король, свою армию переначил. Веселых солдат, интенданты не сразу назначил. А грустных оставил солдат, а вот ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из сходки военной. Ефрейтор морально нестойкий женился на пленной. Но пряников целый мешок захватили они. Играйте, оркестр, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться. Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Так и жалы. Он сам признавался неоднократно, что заработал больше всего денег как композитор, сочинивший именно эту мелодию. Потому что эта мелодия стала жить отдельно от песни и стала исполняться на всех парадах, как военный марш. Белорусский вокзал. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиной любим, и значит нам нужна одна победа, одна на всех. За ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессильно. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон
он разыскивает нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнение прочь будет в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнение прочь будет в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Перерыв. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а во втором отделении вас ждет встреча мужчины, с Леонидом Сергеевым. Мужчины, хочется напомнить вам такую чудесную фразу в преддверии великого праздника Дня Российской Армии. Никогда наша Родина бывает не бывает так беззащитна, как 24 февраля. Помните об этом, берегите печень.